Всем большой привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео у нас обзор гель-лаков с AliExpress фирмы SNDSE и MDSKL. Я заказала по 3 бутылочки каждого гель-лака. 3 гель-лака фирмы SNDSE под номерами 74, 82, 95. И 3 гель-лака фирмы MDSKL под номерами 57, 58, 107. Сначала возьмем 3 первых гель-лака фирмы SNDSE. Консистенция у гель-лака средняя, слегка тягучая. Сейчас сделаем выкраску этих гель-лаков на типсы. Кисть длинная, удобная. Первый слой полупрозрачный, хотя на ногтях, думаю, будет выглядеть хорошо. Хорошо самовыравнивается, не оставляет проплешин и полос. Два слоя дают хорошее покрытие. Типсы покрыла топом Rio Profi без липкого слоя. Гель-лаки фирмы MDSKL по консистенции такие же. У этой фирмы я заказала 2 матовых гель-лака, и вот они по плотности цвета порадовали. А второй слой выглядит просто идеально.
Сейчас покажу каждый номер гель-лака и результат на типсах в два слоя с покрытием топа. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно оказалось вам полезным. Буду рада вашим лайкам. Все ваши вопросы пишите в комментариях. Все ссылки на гель-лаки будут в инфобоксе. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. А чтобы не пропустить следующее видео, нажимайте на колокольчик. До новых встреч, всем пока!